Сургутский район стал лучшим в Югре по инвестиционному климату. Результаты рейтинга среди муниципалитетов огласили накануне на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности. Его провела губернатор Югры Наталья Комарова. Отмечу, что кроме Сургутского района в тройку лидеров вошли Белоярский район и Сургут. На последних строчках оказались Советский район, Ханты-Мансийский район и Покачи. Отмечу, что оценка проводилась по 29 показателям, которые рассчитывались по 5 группам, среди которых, например, развитие малого и среднего предпринимательства и развития конкуренции. Кроме того, участники заседания обсудили и итоги национального рейтинга инвестиционного климата. Напомню, Югра в нем расположилась на 6-м месте. Аналогичный результат по итогам ЖАЦ Ажимахужда. То есть назад не отступили, но и вперед пока не двинулись. Оценка проводилась по 67 показателей расширенных круг. Из них у нас с вами 32 с положительной динамикой, 1 на прежнем уровне и 8 с